сколько едем в одну сторону, там вас ждет судья финиша, а вас финиширует, ждет, ну, записывает ваши результаты, ждем всех, как подъехали, и переезжаем уже оттуда. Вот так то жестко. Не так, всех, такой хороший силовой обвес. Вес, правда, добавляет. Ну, правильно сделано. Дождь пытается прекратиться, я не пойму, или выстраиваемся просто, кто за кем. Не, боится, наверное, испачкать машину в луже. Долетели до второго спецучастка. Тут как-то грязно чуть-чуть. Тут надо выкопать яму экскаватором, блин, чтобы не могли сюда мусор бросать. Что там? Да, животинки мусора насыпали. Конечно. Жестко. Тут как-то Леню вытягивали, он еще был на другой машине. Долго и нудно. У меня блокировка тут в коробке, в банке 5-литровой лежала, снятая. Ну, поломанная там местами. И, короче, открывается дверь, и она падает где-то вот, вот в той луже напротив. Ну, серьезный внедорожник. Это новенький какой-то. Одесские номера. Номера 1000. Видишь, какие модные? На фесте был. Шины спустил. Подготовленная машина. Бампера силовые, шноркель стоит, дизель. И джип написано. Что тебе еще надо? Джип. Ну что-то да, типа такого. Собрали $2000 без документов. На бежевом салоне. Так такой же или нет? Нет, следующий, как у тебя. А, как у меня. Ориентир, где лежит моя блокировка, надо будет потом подсохнет, когда напротив какого-то или того колеса, или вот этого, понял я, типа ты колеса, в луже. Знаешь, серия, ага. Не, ну так а что, надо будет это. Да, да, тут везде эти колеса, это нам бородача у немух почти подходят. Это с урагана, ну понял, с тягача ракетного. Ну похоже, по крайней мере, часть очень разумно. Экшен часть 2. Не все в кадре, но... Тут обгонять сложнее. Ну, будем пропускать, если кто-то будет быстрее нас. Пошли дубасить. Так, джип. Джип присел. Леня идет на победу. Что там, брызгает? Ага, молодец, да, какой? Пунктуальный, как сказал бы Макс. Неплохо идем. Ого, Саня там оторвался. Рубикон, конечно, подвеска. Радиатор на крыше, плюс, что не, нельзя пробить его веткой, ничем, знаешь. Так, кто-то подрезает. Это бородач! Посмотри, что творит! Охренеть, сейчас мы вторую давай включим. Посмотри, что бородач творит. Ё-моё, запотели мы. Ёлки-палки, это я как-то неправильно поехал. Какой-то просто экшен полный. Что, застрял? Нет. Что? Видно нихуя. Ничего. Что там, Пашенька? Сломался?
Мы перекрыли. Так, у Пашеньки проблемы. Именинника нельзя бросить. У него же серьезная дата была на днях. Ну и без даты не бросим, конечно. Так, именинника залило. Ну дубасил он, конечно, жестко. Сейчас подсохнет, заведется, наверное. Опять это место, где я говорил, возле стрельбища. Тут обязательно у кого-то что-то ломается всегда. Так, там кто-то вон еще присел. Ну, добавилось водички, хорошо так стало вообще. Где-то датчик, понял, намокает коленвала, распредвала и все. Это у меня на гранде так было. Смотри, тут уже пошел. Лебедица. Лебедица. Лучше хай подсохнет чуть-чуть. Она прихватывает. Чего, до завтра заведешься, она подсохнет. Дать паштета тебе на сутки. Залил, да. Глумиться надо больше, тогда заведется. Цепляй патрулю. Починилась. Не, вперед, а вытягивать кого-то? Там кто-то позастревал вон сзади. Что, едем дальше? Бросаем все. Блин, так я слышу, такая детонация. Ты думал, гидроудар, да, уже? Думал, все, да? Так как я на бон пошел, ты снял? Это жесть вообще. Я такой, главное не гоняться, главное не гоняться. Не, ну дубасит вообще ярко. А, ну на пневме или жестко? Жестко все равно. У нас есть, будет на канале видео прохождение первого лежащего полицейского, как отрабатывает подвеска. Говорю, смотри сейчас, как подвеска отрабатывает. Та-дам, та-дам, та-дам! И пломбы выпали, да? Блин, в потолок там. Так, ну что там сзади происходит? Так, кто-то сидит в начале, сейчас я попробую приблизить и посмотреть. Завелся и урвал мужа себя. Спокойно, пользуясь случаем. Так, ну... Да вроде да, все нормально, да. Поехали. Все выехали. Штурман пописал, все. Пописал нормально, Олежек? Да, конечно, а как? Напор хороший, струя, все. Смотри, он залазит, смотри, как залазит. Давай, давай, я снимаю, классно идешь, быстро. Что такое бомба? На самых больших колесах. А у него ж пара еще труба ж выхлопная по улице, понял? Тут патрол так парил когда-то тоже, мы ехали, только он перегрелся, порвало патрубок где-то вот в этом месте. Вот. Передача, ну, это же покрышка разорванная, тоже мусор, видишь, есть доступ к дорогам, с дороги общего пользования, с лесной, блин, раньше такого не было. У нас тоже пар идет? Да, есть немножко.
если прикинь, с квадрокоптера снять эту всю армаду, летящую на скорости. Было бы ярко. Сейчас чуть протрем. Паша отрывается. Получается, видишь, у нас какую-то на пониженной подберем чуть более скоростную. Ого, как тут хорошо, смотри. Там кто-то сидит, наверное, судя по пару, да? Или это Паша парит? Четвертая сейчас, две пониженные, четвертая передача. А, что-то опять он залился. Значит, наливает? Или бензином заливает? Не, где-то видишь, не сгорание. Бензином воняет, пусть чуть можно постоит. Давай первые фотографии на шестом десятке. Шестой десяток ты начал с проблемами, Пашка. Смотри, смотри, качает. Это не девятка, что ты делаешь? Тут надо нам было заглушить, понял? Чтобы тебя завелась. Так а куда попадаешь его заливать? Раньше не попадал. Где-то на датчик какой-то. Да я тебе говорю, у меня в гранде так было. Поменял я датчик. Что там за мотор стоит? Коленвала. Тут 3 литра Toyota. Что, застрял? Застрял. Потравить хочет, да? Блин, красота какая-то, посмотри. 8, да, вообще шикарная в этом году просто. Идеально. И дождики пошли чуть-чуть. И это где он, далеко? Ну, такое, да. Стоит, стоит. Блин, на что-то наезжаем. Не подрежем так его, если? Ну, он сзади, он по проводу. Едет? Да, едет. Да, Пашенька, с лужи выехал. Ох, красиво, как здесь вообще просто. Нереально. Давно мы так не попадали. Какие шикарные дни. А вот смотри, какой выход прикольный. Не переворачиваться не будем. Сейчас фоточку сделаю, подожди. А он что-то не работает нормально еще. Или пошел уже. Начинается экстрим. Хорошее место, красиво очень. Смотри, 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 что исполняет. Попытка перевернуть бомбу. Передумал переворачиваться. Сдался быстро. Э,
фотографии сделать очень красиво. Две пониженные сейчас включено. Вот мы на четвертой сейчас едем. Получается четвертая, две пониженные, чуть-чуть, наверное, тяговитее, чем вторая на одной пониженной. Хотя непонятно, надо сравнивать. А третья нормально, наверное. Класс такой красивый. Да, видите, набралась воды. Нормально, дорога. Блин, животинный мусор. Мусор опять бросили. Он давно уже тут лежит. Смотри, какая тут глубина хорошая. Все в покрышках. Поднаполнилось, дожди были. Ну и жары не было. Хорошо идем. Так, что-то там опять дым. Паровые завесы впереди. Ну тут нормально, смотри, какая красота вообще. Просто зачет. Что это лежит? Мусор, нет? А, бампер чей-то. Бампер будешь забирать? Омеговский? Да, очень красиво. Дождь продолжает идти. Думаю, выключу дворник. Шлагбаум такой, да, на дороге? Начинаем добавлять. А вон и Рубикон. Хотя это была Сахара, но уже превратили в Рубикон ее. Так, Ленина запчасть. Нашли. Элька подрезает. Это серьезный жесткий пилот. С третьей, понял? Сразу раз. И поехали. Третья сразу. Она получается где-то между первой и второй с одной пониженной. То есть как раз и не медленно, и не быстро. Хорошо. Не, ну набралась воды конкретно. Это как для тебя под заказ. Видишь, ты тут не ожидал такого. Короче, чтобы ты понимал, летом вообще вот тут было полностью сухо. А вот в том месте, где вот там глубокое, где бородач стоял, понял, там был, подсыхает, и консистенция становится как пластилин. Как бетон, короче. И никто не едет, понял? Вообще нереально. Ну, на этой мы не были машине, но
скажем, сложнее, чем с водой, в разы просто. Протектор моется, а так замыливается. Так, кто-то снимает. Да. Хоть 10 минут видео брось, елки. У нас все с одного кадра. Тут видишь, тоже вывозят. Ну, допустим, тырсу не страшно, а вон стекла, видишь, вывезли. Ну, вот и финиш второго участка. Да, и тут водичка набралась неплохо. И раньше переезд был специально открытый, понял? И третье продолжение. Ну там уже танки много лет не были. Потому что, ну, здесь разворачиваются и все. Ну и здесь что-то последнее время как-то незаметно их присутствие. Покушать бы сейчас, конечно. Бананов надо было купить. Все, долетели. И вон фиксирует. Нормально доехали. Дорога хорошая, ничего лишнего. Мусор, да. Мусор не мусора, можно объехать.